Друзья, приветствую вас, и сегодня мы приготовим шашлык в газовом гриле. Вы не ослышались, шашлык в газовом гриле. И он ничем не будет уступать тому, который вы будете готовить на углях классическим способом. Поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Я готовлю шашлык из свиной шеи. Также отлично подойдет свиная лопатка. Для начала я нарезаю шашлык на стейки. Толщина примерно 2,5-3 сантиметра. И затем из этих стейков мы нарезаем порционные кусочки. Режем стейк пополам и затем уже на кусочки, которые будем нанизывать на шампуры. Следующим этапом мы приступаем к маринованию нашего шашлыка. Маринад у нас будет очень простой. Для начала мы нарежем лук полукольцами. Следующим этапом мы посыпаем мясо солью из разряда 13 грамм соли на килограмм мяса. Посыпаем черным дробленым перцем буквально 1 грамм на килограмм мяса. И для того, чтобы ускорить процесс маринования, мы мясо хорошенько проминаем. И убираем наш шашлык в холодильник на 4 часа. Минимум 4 часа, лучше всего 8-12 часов. Наше мясо хорошо промариновалось, и мы нанизываем его на шампуры. Друзья, готовьте шашлык даже зимой с газовыми и угольными грилями от компании «Наполеон». Выкладываем шашлык на решетку гриля. Вы наверняка зададитесь вопросом, будет ли шашлык на газовом гриле таким же вкусным, как на угольном гриле, либо на мангале. Я с уверенностью отвечу, что да. Потому что в процессе обжарки в газовом гриле шашлык выделяет соки и жир, которые капают на фловорайзеры. Это треугольные пластины, которые располагаются над горелкой. Тем самым, испаряясь, жир и соки окутывают продукт и придают нам тот самый аромат барбекю, который мы так любим. Поэтому шашлык на газовом гриле ничем не будет отличаться от шашлыка на угольном гриле. И, кстати, хочу вам напомнить, что газовые грили «Наполеон» являются гибридными грилями. И если вы хотите жарить на углях, то вы можете купить специальный девайс в виде чугунного лотка и жарить на углях в газовом гриле. Друзья, наш шашлык полностью готов. Как вы видите, на грилях «Наполеон» можно готовить шашлык даже в лютые морозы. Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте на грилях «Наполеон» и всего вам самого вкусного!